Всем известна склонность жителей Австрии к порядку, но иногда стремление к идеалу в них просто зашкаливает. Дама буквально поливала салон, не пожалев даже приборную доску. Das sollte mal innen Reinigung. Doch immer die Scheiben angespritzt innen. Женщина использовала мойку высокого давления для уборки внутри машины. Но этим она поразила всех вокруг. Несомненно, теперь машина точно чистая. Вот только неизвестно, завелась ли она после такой генеральной уборки. Также осталась загадкой, что за грязь вообще эта женщина пыталась так яростно отмыть. Но эта история лишний раз доказывает, женщины и техника несовместимы.